Это самое. Выложите в интернете? Обязательно. Да, по 60-м. Я тогда вам еще это самое. Но завтра я вам скажу. Там. Ну, я могу на двух сайтах. У меня страничка и на российском, и на кордовых в этом самом. Так что вы отснимите там и скоростные, и гонки. Хорошо. И... Ну, в ролике только большие будут. Да не обязательно большие. Я монтирую в пинакле, поэтому... А. Ну, это не важно, что людям интересно. Там. Конечно. Я тоже там не посылаю. Ну, мы сегодня уедем, и закрытие сегодня? Завтра будет. Ну ничего, хотя бы ролики так по видам там скоростное показать чуть-чуть. Мы же деревня, у нас проблемы свои. Я понял. Сельхоз работает. Да. Огромная пробочка. Огромная пробочка. Мы приехали сюда, сейчас все перенастроилось, света не надо. Я могу выключить. Вот, сейчас центр погода, у нас Ну ты заход даже не видел. Твое предложение. Не, ну заход был. Если он был. Не, ну говори. Заходил с верхней, это самый сюда клон. Ну молодцы. Я знаю. Вот этот бомба. Да, там он ставит на 2,6, а у него 4. Это я тебе всегда говорю, надо для того, чтобы чем-то заниматься, надо, чтобы было 100% гарантия всего. Двигателя, топливо, корды. Ну так понятно, ну что, это же не работа двигателя, понимаешь? Он сейчас, если не разобьет, то это будет чудо. Все. Это называется уборка шасси.
что у них у Баркаша есть?